ребята, это работает? Что? Это работает, ребята, как? Как? Мы опять выбили новый... Офигеть, ребята! Как? Опять? А как, ребята? Это что? Что это такое? Как? Как это? Как это? Это клянусь, это баг какой-то, ребят. Баг на кейсе какой-то. Или это мы взломали блок-страйк, или что? У меня просто залагал блок-страйк на ноже. Ребят, всем привет, и прямо сейчас мы проверим новый способ выбивания секретных ножей. Вы спросите, что, серьезно, есть новый способ? Да, ребятки, со мной поделился мой подписчик новым способом, и мы его сейчас проверим, и, возможно, это новый способ, с помощью которого можно выбить нереально большое количество ножей. Также сегодня мы проверим, добавили ли в игру новые ножи. Есть слушок такой небольшой, что в игру добавили новые ножи. Поэтому, ребят, давайте начнем со способа, я вам покажу новый способ выбивания ножей, и потом вам расскажу про новые ножи, добавили ли их или нет, я все это расскажу вам. Ну и перед этим, конечно же, хотел бы бесплатно подарить вам 1000 голды. Прямо сейчас, если хочешь 1000 голды, совсем бесплатно, поставь лайк под этим видосиком, подпишись на мой канал и напиши любой комментарий под этим видео, и именно ты можешь выиграть 1000 голды совсем бесплатно. Ну что ж, способ выбивания кейсов новый. И способ выбивания ножей новый. Вот, в общем, способ заключается в том, что вы каждый кейс должны менять регион. То есть вы открыли кейс на России, потом открываете кейс на Европе, на Бразилии. И как сказал мой подписчик, что чем больше ты меняешь регион, тем больше шанс в следующий раз выбить нож. То есть если у вас в первый раз не получилось, вы меняете регион, открываете на другом регионе, и шанс, типа, что вы выбьете нож, еще больше становится. Мы сейчас это все с вами проверим. И еще есть такой слушок, что добавили какой-то новый нож, либо новый скин. В общем, ребятки, это все, естественно, я в это не верю, но все же... Смотрите внимательно и наблюдайте, если кто-то из вас увидит новый нож и напишет в комментариях, на какой секунде он пролетел, лично я вам дам бесплатно 1000 голды, поэтому внимательно смотрите. Трем людям, которые первые найдут нож, я дам 3000 голды бесплатно. Так, давайте, первый регион — Россия, заходим просто сразу же в магазин, кейсы, скины. И открываем самый дорогой кейс за 100 голды. Естественно, с первого кейса, я думаю, нам ничего не должно выпасть, потому что как бы оно... О, уже нож пролетел, нифига себе. То есть оно меняется. Как бы что? О, почти нож, ребята, нифига себе. Так, выбиваем с первого кейса. Мы, естественно, вот такое вот говнецо, которое у нас уже имеется. Но фаерстатовское, кстати. Фаерстатовское — это неплохо. Так, и сразу же мы меняем регион. На какой? Правильно, на Европу. Теперь мы на Европе уже, как я понимаю, по этому методу имеем шанс еще больше выбить нож. И теперь уже мы можем открывать кейс и выбивать нож. Внимательно смотрите за рулеткой, ребята. Если там пролетит какой-то новый нож, обязательно пишите в комментариях, потому что если там будет новый нож, это будет очень круто, и я вам дам бесплатно 1000 голды. Итак, мы выбиваем со второго кейса Retro Wave. Ага, Акарит Retro Wave. Ну, это, в принципе, неплохой скин. Как бы, ребят, вы видите, даже уже неплохие скины вроде падать начали. АК — это уже ого-го. То есть, если скин на АК выпил, это уже неплохо. Так, у нас еще есть 1000 голды. Естественно, мы сейчас быстренько будем открывать кейсики и проверять дальше. Проверяем на Бразилии. Меняем на Бразилию, открываем скины и открываем секретный кейс. И смотрим, что нам выпадет из этого секретного кейса. И пролетает рулеточка, что же нам выпадает. Нож какой-то пролетел, я даже не заметил, ребятки. Серьезно, ребята? Или этот метод работает? Или я не знаю, что это? Камон, как? Как мы выбиваем? Мы выбили, наконец-таки, какой-то нормальный скин. Блин, типа, возможно, реально? Ну, типа, блин, офигеть. Мы выбили скин уже новый, которого у меня не было. Давно такого не было. Офигеть, смотрите, какой скинец офигенный. Мы выбили новый скин уже с третьего кейса. Что же будет с четвертым? Так. Главное не запутаться. Так, Бразилию мы открыли, дальше идет США. США открываем скины кейсы и открываем секретные кейсы. Смотрим, что нам выпадет уже со следующим, с повышенным шансом. Смотрим, что нам выпадает. И что же нам выпадает? Вы видели это, ребята? И... Что, ребята, это работает? Что? Это работает, ребята, как? Как? Мы опять выбили новый скин. Блин, ребят, если это уже фаерстатовский скин, и это с четвертого кейса. Так, ребята, следующий идет Южная Корея. И сейчас мы попробуем на Южной Корее открыть. И может быть реально выпадет нож. Офигеть. Что же выпадает нам, ребят? Смотрим. И нож, главное, пролетел. Уже почти вот чуть-чуть оставалось до нового. Что?
Опять новый скин! Как? Ребята, у меня всегда было много, ну как бы... Что это такое? Опять новый скин, ребят, нифига себе! Это, походу, рабочая система, ребята, офигеть просто! Как мы это выбили, я не понимаю. Ладно. Южную Корею мы зашли. Жалко, конечно, что ножа нету. Ну ладно, Индия, Индия. Но у нас еще все впереди, мы даже половину не открыли. Индия, скины, секретные, поехали. Поехали на Индии секретно открываем и смотрим, что нам там выпадет. Итак, нам выпадает... это нереально. Это нереально, ребят. Это нереально! Опять выбиваем скин, которого у меня нету! Вы просто вспомните мои стримы, я там всегда выбивал скины, которые у меня есть. А тут скина этого у меня опять нету. Как? Ребята, это жесть! Офигеть! И мы даже половину кейсов не открыли. Или половину, я не знаю, в принципе, наверное, около половины мы открыли, а уже выбили 3 скина или 4, которых у меня нету. Это была Индия, Австралия идет дальше. И мы поменяли на Австралию и открываем кейс. И может быть сейчас нож выпадет, ребята? Может быть сейчас выпадет нож? Что же нам выпадает сейчас? Что же нам выпадает сейчас? Офигеть, ребята! Как? Опять? А как, ребята? Это что? Все скины, которые нам сейчас выпадают, нам выпадают скины, которые, черт возьми, у нас нету. Это уже 5-й, по-моему, или 4-й скин, которого у нас нету. Это просто жесть, ребята. Может быть, сейчас на последнем нам выпадет скин? Точнее, не скин, а нож. Ребят, Азия, Азия. Может быть, Азия нам подфартит. Поехали, секретный кейс. Просто поймите, у меня всегда очень много было скинов, и мне всегда повторки выпадали. А тут ни одной повторки практически нету. Офигеть. Что это такое? Как? Как это? Как это? Это, клянусь, это баг какой-то, ребят. Баг на кейсы какой-то. Реально, мне выпадают скины все время, которых у меня, черт возьми, нету. Это как? Вы просто вспомните, как я открывал раньше, и у меня ни одного, почти ни одной повторки не выпало. Посмотрите. Офигеть, я же говорил, с каждым разом все больше и больше, как будто шанс. И все время с каждым разом, так, Азию мы открыли и Россию опять начинаем. То есть я не знаю, как мы по кругу идем, или еще шанс, получается, увеличивается. Сейчас мы узнаем, в принципе, ребят. Но это жесть, конечно, ребят, это жесть. Это просто... Что? Я в шоке, ребят. Я просто в шоке, ребята. Я просто в шоке. Как? Я вам клянусь, это, походу, новый способ. Мне ни одного... Мне практически ни одной повторки еще не выпало. Ни одной, черт возьми, повторки. Это мой аккаунт. Вот он, видите, тик-так. 100-й уровень. Это мой аккаунт, ребята. Это мой аккаунт. У меня ни одной повторки не выпало. Так, на России открыли, ребят. На России открыли. Европа. Европа, кейсы, скины. Поехали, ребят. У нас еще есть 4 примерно кейса. Или 3, или 4 кейса. Посмотрим. Если выпадет повторка, то будет 4 кейса. Но я чувствую, что, блин, повторки не выпадет. Хотя, а, блин, уже выпадает. Ладно, не всегда жвести, не всегда жвести. Но благодаря этой повторке, мы можем теперь открыть еще один кейс. У нас теперь есть 3 кейса. Европу мы открыли и идем дальше, открываем Бразилия. Бразилия, кейс скины, и открываем секретный кейс. Смотрим, что из него она выводит. Я чувствую, что что-то должно такое жесткое выпасть, ребят. Что-то должно... Блин, что-то у меня подлагивать начало. Что-то у меня подлагивать начало! Начало что? Офигеть, ребят. У меня блокстрайк залагал от этого. Что? У меня просто блокстрайк на ноже залагал. У меня просто... Или это мы взломали блокстрайк, или что? У меня просто залагал блокстрайк на ноже. Что это такое? Черт возьми! Просто посмотрите. Я выбил нож, и у меня блокстрайк залагал на компе. Офигеть, наконец-таки разлагал. Лол. Черт, что это такое? В общем, ребят, я не знаю, что это такое. Я сейчас перезагрузил компьютер, перезагрузил все. Я, походу, взломал блокстрайк или что это такое, я не знаю. У меня теперь дикие лаги. Посмотрите, вот на это я хожу, вот у меня все лагает теперь. Я, походу, как-то его сломал или что. Я не знаю, что это за метод. Вот я хожу, видите, у меня все лагает, ребят. Это, походу, метод какой-то, который ломает блокстрайк. Я не знаю, реально ли это или это просто лаги с телефона, но это жесть, ребят. Потому что вы видели сами, у меня просто...
тупо все залагало. Я не знаю, что это такое было. Просто я сломал блок страйк, у меня просто дикие лаги начались. В общем, ребят, я не знаю, работает этот метод или нет. Я сейчас буду все это настраивать. Видос я все-таки выложу. Если вы хотите продолжение, чтобы я еще раз проверил этот метод, настроил все, перезагрузил все, там переделал, то ставьте лайк, пишите в комментариях, хотели бы ли вы еще продолжение. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про комментарии. Приятные, положительные комментарии. Всем спасибо, ребят. Всем пока-пока.